очень легко. Я с детства был высокий очень. И мама как-то подошла ко мне и говорит: ну, ты высокий, надо тренироваться где-то, ну, чтобы помимо учебы было еще занятие. Куда ты хочешь? А я, ну, я не знаю, куда я хочу. Она говорит: ну, хочешь попробовать баскетбол? Я думаю: ну, давай. Я говорю: а что там делать надо? Она говорит: ну, мячик в кольцо кидать надо. Я думаю: ну, звучит вроде прикольно, но можно попробовать. Ну и все, меня записали на секцию баскетбола. Там еще история была, что меня не хотели брать, в общем. Брали с 8 лет, а мне было 7. И тренер говорит: нет, я не возьму, он младше всех. И у тренера, не помощник, а, ну, тоже как подруга тренера, не знаю. Кстати, это тренер Вани Ухова, первый. И она говорит: ну, возьми мальчика, смотри, какой высокий. Ну, в общем, меня взяли, и все, я начал тренироваться, и все, и как-то затянул, и продолжил. Ну, первая трудность, с которой я столкнулся, это, наверное, то, что вот уехал далеко от дома первое время. Ну, я здесь никого не знал особо, я не такой дружелюбный и общительный. Ну, и поэтому друзей было немного первое время. Ну, было скучно, где-то грустно, но ничего, я привык к этому, сейчас хорошо все. Ну, вот единственная, наверное, сложность была, когда я перешел к большому, более профессиональному спорту. Да, я помню, мы пришли на первую тренировку, это был понедельник, и у нас в городе по понедельникам на баскетбол, ну, на секции баскетбола играли в футбол. Мы играли в футбол, и все. На следующий день уже был баскетбол. Ну, там ничего такого не было, обводили фишки, даже, по-моему, по кольцу не бросали, тренировали какие-то такие вещи, там, самые легкие, самые такие понятные для всех, наверное. Ну, меня поставили на ворота как самого высокого и неуклюжего, наверное. И то я умудрился пару мячей пропустить. Ну, наверное, скорость принятия решения, потому что баскетбол — это очень динамичная игра. Потом, наверное, умение работать в команде тоже, мне кажется, немаловажное. Ну и третье, наверное, ну просто какие-то физические свои качества, скорость, там, выносливость. Вот. Ну и все, наверное. Ну да, это всегда на самом деле такой как некий челлендж, когда по улице идешь там с пустой бутылкой воды там и смотришь, думаешь, можешь попасть, бросаешь. Но я всегда промахиваюсь, не знаю почему. Мне еще друзья говорят: ты же баскетболист. Ну, я отговорку придумал, что я бросаю мяч в кольцо, а не бутылки в мусорку. Ну, наверное, еще бы добавил скорости. Я думаю, мне немного этого не хватает. Где-то, наверное, даже жесткости. Играть нужно чуть погрубее. Тем более сейчас вот первый сезон в Суперлиге у меня, там, где играют уже мужчины, такие сильные, взрослые, опытные. Вот этого немного не хватает. Какое-то желание, может, за счет желания где-то защититься можно, идти на подбор. Ну и передачи могу отдавать партнерам свободные часто. Большие игроки редко когда могут отдать пас хороший вовремя. Ну, а я владею этим. Поражение, как и победа, это часть игры. Сегодня ты проиграл, завтра ты выиграл. Ну, нормально, ничего. Просто от поражения остается больше осадок. И поражение иногда даже лучше, чем победы для собственного твоего роста. Смотришь, что ты сделал не так, и все, переосмысливаешь, и уже на следующую игру с новыми мыслями, ну, с новыми умениями, со своими какими-то, наверное. Ну, родители, наверное, мама, бабушка, дедушка, ну, они меня всегда поддерживают, не зацикливаются на поражениях или какой-то, может, на моей плохой игре. Говорят: ничего страшного, завтра все будет нормально, вообще не переживай. Победа — это, конечно, всегда приятно, каждый, наверное, хочет выигрывать. Ну, просто никак, наверное, хорошее настроение с ребятами, там, где-то больше шутим, улыбаемся после игры,
обсуждаем какие-то игры, моменты с игр. Бывает часто, что болельщики приносят нам какие-то сладости, мы их разбираем. Спасибо болельщикам, которые нас угощают сладкими медальками после побед, да и после поражений нас всегда поддерживают. Да, есть у меня одна негативная черта. Это я часто бывает зацикливаюсь на каких-то своих плохих действиях. Ну и когда я начинаю много думать об этом, мне мешает играть дальше. Ну, со временем я стараюсь уже об этом не думать. Раньше у меня это прям очень ярко появлялось это в игре. И сейчас уже реже. И заметил сам разницу, когда меньше думаешь о своих каких-то негативных моментах. Легче играется, просто играешь, а потом уже после игры обо всем об этом думаешь. О, я бы, наверное, хотел телепортацию. Я думаю, потому что много времени занимает дорога, и это, если бы я обладал такой суперсилой, то, наверное, у меня было бы больше времени на отдых и на какие-то, может быть, еще дополнительные свои занятия, там, не знаю. Я думаю, наверное, в защите, потому что если ты защищался, то, скорее всего, забьешь легкий мяч в отрыве там, или какой-то перехват, и тогда тебя не смогут обыгрывать. Это как бы польза команде, тебе не забивают, забиваешь ты выигрываешь матч. А если ты в атаке хорош, то ну, и тебя тогда будут обыгрывать, если значит, не умеешь защищаться. И тогда уже сложнее. Фантастика какая-нибудь. Ну, я больше по жанру. Фантастики или комедии какие-то, вот что-то такое. Я по-веселому больше. Тоже комедия какая-нибудь. 100% комедия. Ужастики нет, никогда это вообще. Один раз в жизни был на ужастике, и то меня друг затащил. Русские фильмы на Новый год, которые комедии показывают, я все, наверное, смотрю. «Операция И», там «Бриллиантовая рука». Ну, фильм «Такси» мне еще нравится, очень тоже веселый. Я его с детства как-то один раз посмотрел и до сих пор люблю пересматривать. Тоже в Новый год часто показывают. Ну, не знаю, наверное, Мерседес. Я любитель шикарных салонов. Наверное, Мерседес, да. О, это NBA 2K, 100%. Играю только в нее с другом, у себя в комнате. Всегда у нас там баталии. Домой, наверное. Просто, ну, дома всегда хорошо. Наверное, домой. Домой, да. Да, я думаю, дал бы Владиславу Михееву, капитану команды, молодежной команды ЦСКА Нью-Йорк. Потому что недавно он забил победный бросок против «Зенита». Я думаю, он уже как опытный, думаю, разберется, что делать. Да я не знаю, все данки, по-моему, красивые. Главное забить, мне кажется. Франция. Всегда мечтал во Франции побывать. Ну, наверное, во Францию бы полетел. Ну, наверное, самый примитивный вариант – это Леброн Джеймс, мне кажется. Но это самый… Сейчас это, наверное, самый разносторонний игрок, а я люблю таких разносторонних. Но он умеет все на площадке, наверное, вот поэтому я его и выберу.